веткой перелетною, не соколом. Летим с тобою по небу за облака. Крутые да пологие под нами берега, богатые, убогие села, города. Понад рекой стелется туман, он меня дурманит, я как будто пьян. Как будто пьян. Малышенко, ты чё удумал, а? Ты чё, Малышенко? Ну чё, Малышенко? Ну я ж как лучше хотел, Петрович, ну! Я ж для всех старался, Иван Петрович! Мне одному ты нас всех не в тюрьму упечёшь, Малышенко! Как тебе в башку твою пришло такой груз взять? Малышенко, а ну иди сюда! Будь мужиком, сволочь! Стой! А ну стой! Да, Иван Петрович, ты что ты задумался? Ты успокойся! А я сказал, ну остановись! Пусть, скотина! Ты что творишь, а? Ты что творишь, сволочь? Нам же заплатили! Чтоб на первый же пристань я тебя не видел здесь! А вот тебе! Что? Кто слышал? Стой! Сам такой! Ты увлечешь, Малышенко! А Дима, ты отверёшь, что ли? Отпусти руки, я сказал! Отпусти, я сейчас покажу! Я покажу сразу! Иван Петрович! Оторвись! Иван! Иван, ты чё? Петрович, ну ты чё? Ну ты чё творишь-то, Петрович? Ты уже плавать! Иван, я на тебя в суд паду! Коляк! Помогите! Коляк, держи! Помогите! Да пошел ты! Акима! Я тебя засушу! Савин! Парочку закрыл и в рубку! И поживее! Есть! Я с тебя бабок получу! Скотина неблагодарная! Майна! Костя, ты закрепил! Хорошо! А, давай взвешивай! Егор, ты опять здесь? Угу. Я ж тебе сказал ничего не было. Почему? Ну, потому что опыта нет. Как опыта нет? 18 лет на флоте. Да ты не сравнивай, это же баржа, а не крейсер. Ну, у меня лицензия на реку есть. Ну, что лицензия? У тебя опыта нет. Ну, опыт дел не женой. Слушай, Луговой, что ты мне голову морочишь, а? Ты думаешь, я не знаю, что ты в торговый флот намылил? Что документы в Алладе, как правило? И что место ждешь? Наш городок-то маленький, здесь все знают. Вот так. Ну, с Авладиком еще ничего не известно. А у меня нет для тебя временной работы. Ну, почему временно, Степан Аркадьевич? Я, может, всю навигацию прохожу. А если не проходишь? Я понимаю, капитанить-то лучше в торгашах, чем на барже чухаться. Но у меня здесь не богадельня. Экипажа укомплектована, мест нет. Вот так. Степан Аркадьевич! Михалыч, все курим, да? Я тебя премии точно лишу. Головы! Да. Ира! Алексей! А? Ты все колупаешься? Да. Когда движок все будет? Когда, когда? Ей уже в утиль пора. Да я тебя самого утилизую. На ней ездить и ездить. Есть. Егор, а ты еще здесь? Ну, а куда же я денусь, Степан Аркадьевич? Может, у вас все-таки есть что-нибудь для меня? На все готово. Ну, не могу я больше дома сидеть. И деньги нужны, и отец болеет. Ну. Значит, на все готово, да? Так точно. Я тебя за язык не тяну. Есть у меня одно место. На баржу Акимова. У Акимова? Да. Ну он же. А что он же? Акимов отличный капитан. Как раз у него место старкома освободилось. Да пошел ты! Там и опыта наберешься, ну и вообще. Степан Аркадьевич, а правда про него говорят, что он, ну. Да слухи все это, не верь. Отличный мужик. Козлина. Нин, куда это так лихо намылил? Да пошел ваш Акимов к чертовой матери, увольняюсь. Ну вот, очередная повариха ушла. Где же я ему стрепух-то наберу? Пошел отсюда! Ну что ты меня как мальчишку-то за ухо? Иван Петрович, что, Иван Петрович? Или верни девку, или найди мне другую повариху. У меня язва, черт подери. Мне жрать горячее нужно. Да, Иван Петрович, ну... Давай, давай, пошел. Где ее искать-то? Иди быстро. И без поварихи, чтоб не возвращался. Так я понимаю, иди, что... Иди, бегом. Здрасте. Ну,
Здорово. Здрасте. Добрый день, Иван Петрович. Тебя знаю, его нет. Заходи, Аркадьевич. А ты покури здесь пока. Привет. Ну ты что, Петрович, обалдел, что ли, людей за борт кидать? Ничего, не сахар, не расставил. Опять за свои. Он нас под статью подставил. Короче, я тебе новую старпому приду. Не возьму я его, не проси. Не проси? Я ни о чем и не прошу тебя. И не собираюсь просить. Я пока что и начальник. А у тебя не на комплект экипажа. И в рейс выпустить я тебя в таком виде не имею права. А он парень хороший. На Северном флоте служил. Большим десантным крейсером командовал. Между прочим, капитан 2-го ранга в отставке. Ну, не нравится он мне. Савин хоть сволочь и бабник, да свой. А эти все. Слушай, Аким, ты какого же по счету старпом изжил? Уже из местных никто с той работы не хочет. Бери парня. Тем более на сегодня есть хороший груз. А откажешься, груз отдай Глушко. А ты будешь бегать искать себе человека в экипаж. Вот так. У меня еще поварихи нет. А это уж не мои проблемы. Морской офицер, значит? Угу. Как здесь оказался? Врачи рекомендовали климат сменить. Врачи. Так точно. Почему речфлот? Непрестижно, денег мало. На берегу с работой плохо, либо таксисты, либо в охрану. Не мое. Даю испытательный срок. Один рейс. Не сработаемся, выкину за борт. Порта ждать не буду. Согласен. Твоего согласия никто не спрашивает. Ты чё сидишь? Ты чё сидишь тут? А ну, вали отсюда! Да ладно, а ну, пошёл отсюда! Ну, что ты делаешь-то, Петрович? Давай! Давай, 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 шевели ногами! Все нормально. Аркадьич, что за груз? Проблем. Майна! Майна, 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 Майна. А что, по суше не повезли? Да там до особняка на реке грунтовая дорога. Мост ремонтируют. Короче, не проехать, не пройти. Решили по реке везти. Там пристань есть своя. Страховка где? Капитан, мозг не уноси. Тебе бабло отчехлили. Теперь за груз ты отвечаешь. И чтоб ни одной царапины. А то что? Иван Петрович, довезите груз вовремя и без происшествий. И будет вам счастье. Мы так нормально не познакомились. Егор. Савин Михаил. Механиком здесь тружусь. Скажи, а с Акимом давно работаешь? 3 года. Но, честно признаться, у него год за 2 идет. Так что вот так, брат. А он что, действительно такой сложный человек, как про него говорят? В этом можешь не сомневаться. Но, честно сказать, мужик он справедливый. Если где какой левак или еще что-нибудь, с командой всегда пополам. Слушай, а что у тебя с этой, с поварихой-то случилось? Да? Несчастливая любовь. Но слушай его больше. Это называется поматросил и бросил. Ну что, уговорил ее? Без вариантов. Она к матери уехала в деревню. Ну и правильно. Найдет себе нормального механизатора, выйдет замуж наконец. Ну да бог с ней. А вот кто вместо нее кашеварить будет? Это вопрос. А почему спичек только 2? По кочану. Кто короткую вытянет, тот идет на камбуз. Видишь, Егор, какая несправедливая штука жизни. С поварихой спал он, а на камбус идти тебе.
Через 30 минут отходим. Есть, через 30 минут отходим. Камбус показать, где находится? Не надо. Во-во. Я это уже подумал. Разберешься? Давай, дерзай. Обед готов, можно за стол садиться. Чего там? На первой болтанка, на второй макароны по-флотски. Накладывай. РП-17, как слышишь меня? Прием, Николай Лобанов тебя. Здорово, Савин, ты что ли? Здорово, Степаныч, я. Ну как, всех вам перебордил? Да нет еще, стирки много. Ладно, давай. Акимову привет. Хорошо, передам. Обходим вас левым бортом. Какие еще ко мне будут требования? Выполнять обязанности согласно занимаемой должности. У плиты долго стоять? День ты, день Савин. Еще есть вопросы? Нет. Все предельно понятно. Че из флота турнули? Я же сказал, демобилизовался по состоянию здоровья. Ответ устраивает? Пока да. Женат? Был. Чё так? А это что, имеет отношение к моим непосредственным обязанностям? Еду это пока называть рано. Придет Савин, ему и скормишь. А тебе приготовлю списочек. Что и как надо готовить. Спасибо. Понимаешь, не Северный флот. Не в сказку попал. Кольк, дай пройти. Здорово, Мишка. И тебе не хворать, Фадеевич. А что везете? Что это в чехле? Технику серьезную. Какую? Скутер для одного жердея. Ух ты. Представляешь, из чистого золота. Да ладно. Правда, что? Серьезно говорю. Я посмотрю. И потихонечку только. Савин. Я? Разгружайте сами, я на берег. Понял? О! Здорово, Фадеевич. Здравия желаю вам, Петрович.
Здорово, Колька. Привет. Ну, какую букву забыл? Не помню. А какую? Б. Бакитикут. Пойдем. Пойдем. Давай, ждем вечера. Семен Фадеевич, начальник порта. Егор Александрович, луговой. Новый старпом, что ли? Так точно. Сочувствую. Угу. Я посмотрю, скутер. Ну так посмотри. А? Только руками ничего не трогай там. Ну ладно, учить будешь. Молодой еще. Слушай, а что за пацан? Да Колька местный. А кем он кто? Да я не знаю даже. Слушай, ты это, закажи его, посмотри. Потому что мужик-то ненадежный. Все, что где плохо лежит, к рукам прилипает. Ну я это, я у себя, а ты посмотри. Ой! И золото, дурак. Балаболка! А он ничего не любит, там подскочим, полопочим, лящим, трясим, он капитан у тебя. Ну, подумай. Привет, капитан. Здорово. Вот, приехали груз проверить. Проверяй. Че на кисляке-то? Не нравишься ты мне. Аналогично. Паш, ну где ты там? Давай быстрее грузи уже. И хлеб давай разгружай. Угу. Мужа воспитывает свой. Говори мне еще. Как мать? Плохо. Пьет? Угу. Она мужика в дом привела. У твоей матери, Колька, только один мужик. Это ты. Дядя Вань, возьми меня с собой в рейс. Ну, пожалуйста. А если матери защиты потребуется, а тебя нет? Да понимаю я, дядя Вань. Мать все равно не разрешит. Кольк, ты потерпи. Мы же договаривались. На следующий год подаем документы в кадетский корпус. Ты же не против? Не против. Я только бы из дома уехал. Спасибо, Зоя. Угу. Держи. Вань, тебя есть много. С прошлого раза еще 300 рублей осталось. Бери, бери, бери. Корми его получше. Угу. Пусть килограммы набирают. Будущий моряк. Мне пора. Уже? Учи азбуку Морзе. В следующий раз целое слово тебе просигналю. Хорошо. И чтоб доел все. Есть. Держи. Вот, однако. Это что? Меню. И тебе тоже. Куриный бульон. Перед подачей на стол в него положить разрезанное на 4 части яйцо и посыпать зеленью. Далее манную кашу с изюмом. Что за фигня? Я не колком нанимался. А что ты мне-то говоришь? Ты иди вон ему скажи. Ну и скажу. Он тебя на первом же острове ссадит. Помогите! Опа! Вот это ухо! Сюда! Из петуха! Робинзон Крузо! Помогите!
Это что за цирк? Помогите! Луговой в рубку. Савин, готовь трап. Есть, готовить трап! Сюда, ну скорей же! Сюда, скорее! Эй! Ну! Сейчас зайдем! Хорошо! Кошмар! Эй! Близко к берегу не иди. Тут мелко, полно камней. Угу. Понял. Целься между двух деревьев. Привет, привет! Девушка, как здесь оказалось? Ну, может, все-таки мне поможете подняться на вашу лодку? Вот так вот. Шмарда. Повторяю вопрос. Как на острове оказалось? Я неизвестно кого на борт не беру. Ну, тогда проплывайте, я буду ждать другую лодку. Ну, счастливо оставаться. Егор, отходим! Застегивай. Ну, да, Иван Петрович, ну, что, мы одну в лесу оставим, что ли, ну? Савин, слюни подбери. Посмотри на нее. Она без нас обойдется. Так, ну... Давай, Егор! Стойте, стойте! Ну, может, это... Меня Варвара зовут. А я Миша. И я стал от яхты. Название яхты. Я... Не помню, у меня с головой проблемы, я ударилась. Понятно. Давай. Лев руля! Сейчас, сейчас, секундочку. Ну, скорее! Ага. Надо! Меня уже все искусали! Ха, прошу! Поднимайтесь. Аккуратненько. Внимательно. Ага. Умничка. Скользко. Может, поможете? Ну, что вы стоите, как истуканы? Руку дайте. Найдешь доверху, дадим руку. Вы с ума сошли? Давай руку. Давайте, давайте, поднимайтесь, замерзните. Давай, давай, цепляйся. Осторожно, колени. Что смешно? Я не понимаю. Вы с ума сошли? Вы знаете, сколько это платье стоит? Отлично. Сколько платье стоит, помнишь. А названия яхты нет. Потому что у меня избирательная амнезия. Это я понял. Миша, трап. Ага, я сейчас уберем. Егор, отходим! У вас есть телефон? Мне позвонить? Связи нет. Мы вне зоны действия сети. Да на вашей развалюхе хотя бы что-нибудь есть? Полотенце хотя бы. Миша, есть? Да. Миша, принеси ей полотенце, комбинезон Нины. Ага, сейчас разберемся. Подождите, а кто такая Нина? Член экипажа, бывший. Еще есть вопросы? Есть. Что случилось с Ниной? Уволилась. Уволилась? А почему? Из-за неудачного служебного романа. С вами? С ним. Да у вас тут какие-то прям шекспирские страсти кипят. Отходим! Как говорите, вас зовут? Я же сказала, Варвара. Варвара. Мы так рады видеть вас на нашем корабле. Сейчас пойдем, я покажу, где переодеться. Варвара, скажите, а у вас есть муж или молодой человек? И опять за свое. Ну, я так... Через 5 минут, чтобы она была переодета. И уми свой зуб. Эй, вы куда? Давай, давай, иди телом займись.
помогали. Это что такое? Платье сушу. Убрать. Для этого есть специально отведенное помещение. В ваших помещениях очень пыльно. Я сказал убрать. А если тебе пыльно, протри пыль. Пожалуйста. Друзья мои, а давайте чайку попьем. Как вам? А? А давайте. Варюсь, вам зелененький или черненький? М? Кофе латте с двумя кусочками сахара, если можно. Нет, нельзя. Почему? На барже нет латте. А, ну тогда давайте чай. Конечно, конечно. Пожалуйста. Ну давай, рассказывай, как на Черном оказалось. Где? На острове Черный. Я же уже сказала, я ничего не помню, у меня с головой проблемы. Это я заметил. Чай у вас невкусный какой-то. Да ладно. Хотя откуда тут вкусный чай? Действительно. Действительно. Куда плывем? Идем в район Шадрис. Отлично. Буду у вас пассажиркой до Шадринска. Пассажиров не берем. Хочешь идти с нами до Шадринска? Будешь поварихой. Кто я? Не нравится? Сажу на ближайшей пристани. Вон скоро Краснова. Я сама сойду. Думаете, я поплыву на этой ржавой посудине? Чай для туристов 10 рублей. У меня нет денег. Значит, убрала посуду со стола и помыла все. Ну вот. Я залез, там и залез. Почему со мной так разговариваешь? Здравствуйте, подтверждаю. Если вы сохраняете, а вот Москва, подход 23-4. Иди чай попей. Спасибо. Еще один кабель. Ой! Ой, извините. Я вас не ударил? Да нет, все в порядке. Я просто задумалась. Меня Варя зовут. Егор. Старший помощник капитана. Очень приятно, Егор. Скажите, а сушилка здесь есть? А давайте я вам помогу. Давайте. Егор, извини, я уже Варе обещал. Чайку попей. Варя, пойдем. Угу. Ля-ля-ля. Варечка, я лично посторожу, никто к вам не дает. Спасибо. Заходите. Лес горит. Прикинь. С неба тушили, а толку никакого. Заканчивай! Слышь, за 100 километров отсюда две деревни сгорело. Прикинь, огонь меховой пошел, и за полчаса одни головешки. Люди еле манатки спасли. Слышь, Хакима, там ниже течения еще деревня горит. Прикинь, даже не обещают? Нет. А у тебя на барже откуда это крали, а? На острове подобрали. На каком? Мамочка, миленькая, у меня все хорошо, не волнуйся, слышишь, мам? Ну и что ж ты волнуешься? Мне на него наплевать. Мам, мы не ругались. А я считаю, что я права, мам. Так, все, только не надо ему ничего говорить, слышишь? Я сама ему все скажу. Свадьбы не будет. Все, я звоню вообще с чужого телефона, пока. Слышь, здесь недавно яхта проходила. Так на ней музыка, а на ней девки полуголые танцуют. Прикинь, а? Может, она оттуда? Это была одета. Жаль. Слышь, Хаким, а она у меня из кабинета. Ничего не стырит? Ну-ну. Самсонов! А! Чего уснул, грузина? На зарплату получать ты первый? Погрызайся мне еще. Давайте, ребят, живее.
Погрузку закачивать пора. Что ж, штрафные я за вас буду платить, да? Давай, 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 давай. Грузи, грузи. Как отсюда можно уехать? Автобусом. Ближайший когда? После обеда. Отлично. Завтра. Как завтра? А так. А до трассы далеко? 40 километров. А только тебя все равно отсюда никто не повезет. Но железная дорога. Ее отродясь не было. Гостиницы тоже нет. Шутишь, да? Кошмар. Товарищ капитан, подбросьте девушку до Шадринска. Условия ты знаешь. Почему с нами так разговариваете, я не понимаю. Вам что, сложно, что ли? Да... Ну, подожди, товарищ капитан, подожди, я согласна. Руки уберите! Да ладно! Петрович, слышишь? А она чего у тебя? Даша адрес к плечевой пойдет, да? Денис, ты охренел, что ли? А ну, пшел отсюда! Да ладно! Петрович, заводи! Стой, говорю! Стой, говорю! На весло намотаю! Петрович! Петрович, вали! Хоть бы догнал. Луговой, отходим! Уходим, уходим! Быстрее, быстрее, быстрее! Ну что, съел, да? Съел! Порву! Все, пока! Всех благ! Где чей муж был? Машкин или Олькин? Иван Петрович, да я откуда знаю? Можно от Дашки Дворниковой? Борюсь, привет. Ты снова с нами? Иди на штурвал. Лугового смени. Увидимся еще. Пойдем, покажу, где кухня. Борщ. Макароны по-флотски. Вы это серьезно? Абсолютно. Да вы что, издеваетесь, что ли, надо мной? Пока нет. Да вы что? А продукты? Где продукты? Вообще ничего нет. Тут одни макароны. Как из этого можно готовить? Здесь есть овощи. Придется постараться. Да что значит придется постараться? Вы надо мной смеетесь, что ли? Слушай, как тебя? Варя. Варя. Слушай, Варя. Я тебе предложил условия, ты согласилась. Давай работай. Идите вы знаете куда? Со мной так вообще никто никогда не разговаривал. Он предложил мне условия. А меня ваши условия не устраивают. И что? Вы садите меня на берег? А? Да что себе позволяете? Да пустите меня! Ну, да вы озверели, что ли, совсем, а? Да пустите меня! Ну, пустите меня, а? Ну, что вы с ума? Вы вообще не понимаете, что вы делаете? Слушай сюда. Это ты не понимаешь, кто ты такая и где ты находишься. Сейчас сажу тебя на берег и пойдешь пешком до Шадринска. Поняла? Савин! Савин! Левую руля давай! Вон к той полянке притягивай! Капитан, ну, может, не надо так с девушкой? Нехорошо. А ну, за мной. Слушай, морячок, говорю один раз, что, как и почему происходит на этой барже, решаю я один. Кивни, если понял. Киваю. Только руки уберите. Да приготовлю я, господи! Идиот! Больной! Псих ненормальный! Савин, отбой!
Варя, я вас не напугал? Да нет, нет, я задумалась просто. Должен вам сказать, ваш эскалопус фуагра — это что-то. Спасибо. Это всего лишь запеканка из картошки с тушенкой. Все равно вкусно. Скажите, он со всеми такой? Кто? Капитан ваш. Он со всеми девушками так разговаривает? Не знаю. По правде говоря, я сам тут недавно. А у вас отличное чувство юмора. Для женщины это редкость. Спасибо. Что еще остается? Самый малый ход. Заправляй скутеры на воду. Попробуем их на лодке отбуксировать. Давай, бегом. Понял, понял. У нее пульс есть? Пожалуйста. Жива. Тихо, 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 тихо. Потерпи немножко. Сейчас. Тетя тебе поможет. Сейчас. Сейчас помогу. Так. Терпите. Сейчас. Держите. Держите крепко. Закончилось. Я сейчас. Держите крепко. Осторожно. Ваня, куда? Так. Отходим. Акима приказал скутер на воду. Давай. Сейчас. Мужики, помогите скутер толкнуть. Не стойте, давайте, помогайте, ну. Стой!
Сейчас бочки рванут! Держись! Под ноги смотрим, внимательно! Егор! Прицепляй лодки, гони в Корнееву! Я по рации вызову скорую! Понял! Держись! Что с ним? Ногу сама! Парень, быстрей! Савин, отходим! Быстро! Внимание всем, кто меня слышит. Говорит капитан Акимов. Баржа Николай Лобанов. На борту обгоревшие и раненые. Срочно вызываю скорую на причал Корнеева. Как меня поняли? Прием. Больно? Сейчас. Опа! Тук-тук! Я ваш друг. Уделали технику. Смотри, какая грязная. Третье ведро уже сменил. Косяк, чё? Жесть, а. Чё там? Прикинь. Ё-моё. Что сидим? Да тут на топляк налетел вчера. Не видно ж ни хрена. Хреново. Ну да. Ну и что делать будем? Ну, расскажем, что было. Что он не человек, что ли? Действительно. Доброе утро, мальчики! Оно доброе? Доброе. Маруся! Как спалось? Отлично! Доброе утро, Иван Петрович. Это тебе. Что там? Сырники. Овсяная каша. Слишком долго спишь. Завтрак должен быть готов. Через 20 минут. Вас, наверное, много людей ненавидит. Варь, а ты вчера молодец. Прям герой. Угу. Нет, героиня. Ага. Да. Скажи, а где ты так перевязывать научилась? Ну, коли. Я в прошлой жизни была медсестрой. О, как! Варя, ну ты же замечательную улыбку. Улыбнись. Ну, улыбнись. Вот. Ты же принцесса. Что там принцесса? Королевна! Варь, вот. Да не обращай ты на него внимания. Ну, хочешь, я завтрак приготовлю. А хочешь, я?
А давай жребий бросим. Внимание, экипажа! Поднять якорь! Отходим! Есть! Николай Лобанов, вызывайте РП-13. Акимов на проволоке. Здорово, Петрович. Ну вы герои, вся река вас гудит. Даже сами отличился. В порту, говорят, всех по горельцам спасли. Девочка особенно тяжелая была, но теперь все хорошо. Угу. Слушай, Петрович, а что за медсестра у вас там такая? Спасибо, Тимошин, принято. Слушай, опаздывают. Может, случилось чего? Да я ему шуманул, он отмазывается, что попали в зону задымления. Поэтому задерживают. Не нравится мне все это. Тебе надо было с ними плыть. Да я говорю, он там бычить начал. По инструкции не положено, бе-бе-бе. Слушай, хватит этих отговорок. Ты меня понял? Порву, если что. Молодец, стакан. Отсюда недалеко до Шадринска. Лесом 2 км будет. Доберешься. А можно я ее провожу? Швартуемся. Стоянка 5 минут. На. Я и швартоваться, стоянка 5 минут. Хозяин там, ждет уже, запарился. Шевели. Давай. Спасибо. Че так долго? Че, соскучился, что ли? Тайло завали. Егор, давай, цепляй. Оп-оп, стоп! Приветствую, капитан. Привет. В моем личном порту. Ну что? Нравится? Нормально. У меня к вам просьба. Девушке нужно помочь добраться до Шадринска. Кто-нибудь дорогу через лес покажет? Да без проблем. Прошу. Спасибо. А, налейте шампанского. Бросай, бросай. А ничего так, девочка. Рекомендуешь? Оп! Как думаешь, сразу заметят, нет? Бэйби? Детка, крошка. Слушай, оставайся с нами. Тебе понравится. Руки убери. Слушай, что такое борзая? Смотри, какая хорошая девочка, а? Ну что ты паришься, капитан? Она же опытная, сразу видно, правильно говорю? Я сказал, убери руки. Эй, командир, ты что, оборзел? Так, ребята, спокуха. Максим Степанович, там это! Вы что, макаки, скутер поцарапали? О! Хоть бы курсанул, крысятина! Ты знаешь. Знаю. А?